Всем привет, меня зовут Ваня Фоцк на Изи. И, короче, у меня есть хомяки. Одного зовут Банан. Вот здесь он живет, вот он. И здесь живет Биба. Сейчас я вам покажу Банана. Вот он. Вот это Биба. Бананы у Бибы были шуры-муры. Романтик. И у них получились дети. Вот такие. Детям уже почти 2 недели. И кому нужно, можете бронировать и подходить забирать. Сейчас вы можете пока бронировать, а вот через 10 дней можете их забирать. А вы зададитесь вопросом, а чем же я их кормлю? А я их кормлю кукурузой, зерносмесью, семечками, арахисом, кукурузой и горохом. А еще я их кормлю пророщенной травой. Она вырастает за 2-3 дня. Я ее сам выращиваю. Помимо травы и зерносмеси, в их рацион входят свежие овощи и фрукты. Ими я кормлю каждый день. Дополнительно у каждого хомяка стоит поилка с водой. Вот так она выглядит. Тут водичка, а вот отсюда они пьют. Чтобы не было лишних запахов от хомячьих выделений, я пускаю опилки яблочные от компании «Зверьё моё», ведь они одобрены ветеринарами «Вет Апрувет». А маленьким хомячатам я кладу туалетную бумагу «Зева» без ароматизаторов и красителей, чтобы им было тепло и мягко. А втулку от туалетной бумаги я кладу Банану, чтобы было ему тепло и мягко, а то у него нет домика. Вот такой у меня обзор получился. Кому понравился, ставьте лайки, жмите на колокольчики, подписывайтесь. И всем удачного, и всем пока-пока.